Так, хорошо. Я помешала колоду. Мужчина. Что за мужчина сейчас к нам придет? Ваш загаданный мужчина. Что же это за мужчина? Что ты за красавчик такой? Ну, покажись мне. Мужчина повязан брачными узами. Ну, интересная тут у него ситуация, ситуевина, да, прямо скажем, ну, по-другому никак не назовешь. Значит, в браке мужчина или в отношениях находится, ну, как будто бы вот отношения серьезные. Может быть, он не в официальном браке находится, а сожительствует с женщиной, но они повязаны, ребенок есть. Может быть, она сейчас беременна от него. Или ведутся разговоры о том, чтобы ребенка родить. И еще какая-то у него женщина на стороне. То есть смотрите уже сами. Вы смотрите, кто? Вы кто? Вы та женщина, с которой он проживает? Или вы та женщина, с которой у него любовница, которая любовница, короче говоря, да? Или вы любовница? Смотрите сами. Но тоже может быть проиграться, что речь идет о вашем бывшем муже, о вашем бывшем мужчине. Если вы сейчас с ним не общаетесь. Потому что карта показывает, что вы на данный момент не общаетесь. Разрыв у вас произошел, ссора, расставание. Если вы жена, смотрите, жена этого мужчины, то с любовницей на данный момент у него произошло расставание. Они сейчас не общаются. Но мужчина из-за этого словил печальку, грустинку споймал. Он сейчас из-за этого очень сильно переживает. Вот ушел в себя, ощущает какое-то одиночество, пустоту на душе. Потому что это женщина. Скорее всего, речь идет о любовнице. Они сейчас не общаются. Может быть, он даже узнал, что у нее есть другой мужчина. Или он так думает. Ну, потому что женщина действительно соблазнительная. Или он так думает, что у нее есть мужчина. И он из-за этого сейчас очень сильно переживает. Они не общаются. Вообще мужчина вот закрылся даже от той женщины, с которой он сейчас живет. Он закрылся. С ней у него тоже нету никакого общения. То есть жить-то они живут в одном доме. Но он отвернулся, вот спиной к ней сидит. Секса у них тоже нет. Интима у них тоже нет с этой женщиной. Значит, любовный треугольник, да, завязался, мужчина завязал этот любовный треугольник. Одна женщина искренне любит, одна женщина такая более чистая, наивная. Ну, вот как, знаете, как девочка, как наивная девочка, можно сказать, вот даже вот так. А другая более соблазнительная, наглая, более такая вот раскованная женщина. Внешне более роскошная, более соблазнительная. Вот тут тоже, вот смотрите. Но речь идет, конечно, что эта любовница более такая вот роскошная, более харизматичная. А жена как будто бы вот как тихоня какая-то, знаете, как серая мышь. Ну, опять же, это я передаю то, что на картинке. А может быть ситуация по-разному, да? Может быть по-разному ситуация проиграется. Но тут мужчина разрывается, вроде бы любит, более душевно расположен, сердечно. Кто и вот, которая такая искренняя, чистая, тихоня, которая. Но страсть у него к любовнице. Но и все равно он больше повернут именно вот к любовнице, больше расположен. И любовница больше, знаете, вот как-то... Эта женщина более уверена в себе, она знает, что он никуда не денется. Вот она как-то здесь так расположена, знаете, оперлась об него,
как будто бы, ну, она уверена, что это ее мужчина, что она уже его завоевала, он уже ей принадлежит. А та другая от него закрылась, потому что уже устала терпеть эту боль, которую он ей причиняет, устала терпеть вот эти бесконечные разочарования. Вот она от него закрылась, и как будто бы вот я не хочу уже от тебя ничего. Так вот, ну, судя по раскладу, могу сказать, что сейчас вот они с любовницей не общаются. И он из-за этого сильно переживает. Потому что, как я сказала, может быть, он увидел, что у нее сейчас другой мужчина, увидел ее с кем-то. Или, может быть, кто-то сказал ему, передал, слух пошел, что у нее уже есть мужчина. Или, как минимум, он так думает. Потому что женщина действительно такая, что одна не останется. И смотрите, тут уже опять же сами, кто вы, это любовница или это жена. Потому что может проиграться и так, и так. Бывает расклад ложится так, что четко видно, о каком идет речь. А здесь может быть по-разному. Итак, что бы ты хотел сказать? Что бы ты сказал этой женщине, которая тебя смотрит, если бы ты мог? Что бы ты хотел сказать? Ты для меня шанс в моей жизни. Я жду, когда ты эту руку свою протянешь, когда позовешь меня. Она звезда для меня. Да, вот сейчас я вот достала карты. Больше проиграется, конечно. Вы смотрите, это может быть любовница, да, или бывшая. Потому что вы сейчас на расстоянии, вы не общаетесь. Ты такая прекрасная, ты такая манящая, великая женщина, соблазнительная, что мне до тебя вот по лесенке этой подниматься в гору, да, в гору. Ты для меня просто недосягаемая. Я понимаю, чтобы к тебе приблизиться, быть с тобой, мне нужно очень много сделать, мне нужно доказывать. Не просто на словах уже здесь не получится, а делами доказывать, шаг за шагом, вот по этой лесенке взбираться, доказывать свою какую-то состоятельность, доказывать, что я действительно в состоянии быть с тобой. Минуточку. Итак, продолжим. Он понимает, что сейчас уже не просто слова обещания, а он действительно должен вот шаг за шагом проявляться, делать что-то, чтобы действительно вот доказать свою какую-то мощь, правомерность находиться, быть с вами, доказать свою какую-то мужскую состоятельность, понимаете? Да, он понимает, он это осознает, что вы, конечно, женщина, ценная, ресурсная, прекрасная, звезда, одним словом звезда, талантливая, умная, красивая, харизматичная. Здесь у вас могут быть разнообразнейшие таланты, одаренная женщина, одаренная просто, и душевная, и какие, да, вы наделены какими-то душевными качествами, и красота у вас внешняя также присутствует, соблазнительная вы. Но он также понимает, что сейчас уже просто так уже с вами он не сможет находиться. Что для того, чтобы быть с этой женщиной, мне уже придется попотеть, постараться. На расстоянии сейчас. Так. Что бы ты еще мог сказать? Хотел бы сказать, если бы мог. Так, и что? И что? И что?
Обалдеть, тут история такая. Одни старшие арканы. О чем это говорит? Что ситуация действительно вот какая-то очень серьезная, прям кармическая, понимаете? Завязка такая. Ну вот как сразу вышел этот страшный суд, все, что по страшному суду, это кармические отношения, когда вот этот любовный треугольник, все три члена вот этого треугольника, все три участника, они все повязаны, то есть каждый несет, внес какую-то лепту в эти отношения, и каждый несет какую-то свою ответственность. И он, и та женщина, с которой он сейчас живет, и бывшая. То есть каждый должен был что-то отработать в этих отношениях, должен был взять на себя какую-то ответственность. То есть когда складывается любовный треугольник, это не просто так. Для каждого участника есть своя какая-то задача в этом любовном треугольнике. Для жены задача определенная, да? Потому что, ну так или иначе, все как-то вот поспособствовали тому, чтобы этот треугольник существовал. И одна женщина, значит, одно время закрывала глаза, попустительствовала, и другая также. И к мужчине это отдельный разговор. То есть, понимаете, да? В любовном треугольнике каждый несет какую-то свою ответственность. Тут нельзя говорить, что мужчина только виноват. Женщины тоже в любовном треугольнике способствуют, попустительствуют. Ну ладно, я могу еще списать, когда женщины не догадываются, да, бывает долгое время, что ни одна, ни вторая не догадывается о существовании соперницы. Но рано же или поздно ситуация проясняется. Но женщины продолжают находиться, да, ожидают чего-то, надеются на что-то. То есть они таким образом попустительствуют ему, да. Он понимает, что, ну, что это у меня летает. Он понимает, что, ну, значит, их все устраивает. И продолжает делать так же. Так вот, что бы он мог, хотел бы вам еще сказать. Разрыв у вас произошел. Он видит, как будто бы, что вы из этой наивной, ну вы тоже как будто бы в душе вы были какая-то вот наивная, чистая, открытая, искренне его любили. Но благодаря вот этой ситуации все изменилось. У вас какая-то произошла трансформация. Вы сейчас обратили свое внимание на себя, осознали свою ценность, что вы женщина, я себя не на помойке нашла, да? Стали за собой ухаживать, стали заниматься своим делом. Вот переключились на свою жизнь. Может быть, бизнесом каким-то начали заниматься. Или, к примеру, стали монетизировать свое хобби какое-то, да? То есть тут женщина, она одна, но она вполне может себя обеспечивать. И причем вот этот ее род деятельности как-то связан с красотой, со стилем, дизайн. То есть это не та работа, где вот ходишь каждый день с 8 до 5, где-то там в офисе сидишь, я не знаю, учитель, там какой-то бухгалтер в компании где-то, кассир. Ну, то есть такие вот стандартные профессии. А тут женщина как будто бы вот сама на себя работает. Вполне себе довольна, счастлива. И он понимает, что вы уже не согласитесь так, что как было по-старому, как было прежде. Вы уже на это не согласны. Также вот он говорит, что вмешалась какая-то женщина. То, что у вас произошел разрыв, женщина вмешалась. Может быть, его мать или это жена. Ну, то есть тут какое-то влияние имеет женщина. Говорит, что он хотел бы к вам приехать. Зачем ты хотел бы приехать, скажи, зачем? Потому что он устал уже выжидать. А он долгое время выжидал от вас действий, да, устал уже. Что вот эта вот ситуация неопределенности, непонятно. Непонятно, что от вас ждать, позвоните вы, не позвоните, проявитесь, не проявитесь, да.
Тем более он думает, или как, может быть, ему сказали, что у вас мужчина есть, то есть уже загорелось, припекло, пора действовать. Ревнует, очень сильно вас ревнует. Да, вот он какую-то информацию о вас узнал. Тут, может быть, по интернету вас за вами смотрит, фоточки там, понимаете, фотки, ну, как-то пытается вас отследить, ваши, скажем так, следы, прощупать почву, чтобы, наверняка понимать, что у вас сейчас в личной жизни происходит. И вот он что-то узнал, да, и поэтому он сейчас вот встрепенулся, проснулся мужчина. Значит, набивал себе цену, висел, подвешивал ситуацию. А сейчас понимает, что дело пахнет керосином. Да, прям страсть у него, ревность, говно его загорелось, понимаете? Вот у него прям тут сейчас земля под ногами горит. Вот нужно срочно к ней ехать, нужно срочно к ней проявляться, иначе уведут красавицу мою. Хотел бы сказать, что вы его по-прежнему интересуете, что он вас по-прежнему заинтересован по сексу. Да, вот вы вышли тут пара. Он говорит, что ты красивая, я тоже красавчик. Ну, нам же вместе хорошо. Мы друг другу подходим. Вы страстная, и он тоже такой. Вот что-то у вас есть общее. Может быть, по знаку зодиака или по стихии огненные, что вы, что он. Или как минимум вот по характеру вы такие какие-то вот вспыльчивые оба, принципиальные, да, вот на своем стоите до последнего. Вот да, у вас эти ссоры и происходили, потому что каждый свое, на своем стоит, нашла коса на камень, да, каждый продавливает свою линию, да. Говорит, да, что я уже устал от тебя закрываться. Мужчина настроен за вас воевать, бороться. Да, мы друг другу, вот смотрите, что он хотел бы вам сказать. Мы друг другу очень много сделали больно. И я тебе, и ты мне, да, если признаться. Вот как будто бы от вас тоже какая-то подлянка была в его сторону. Что-то вы ему тоже такое выкинули. И вот он говорит, что мы оба друг другу больно сделали, да? Мы оба много ран нанесли друг другу. Но как будто бы вот он хочет примириться. Я уже не хочу с тобой воевать, потому что мне без тебя плохо. Я уже устала доказывать что-то. Но я понимаю, что мне хуже намного, как когда мы не общаемся, когда у нас вот это идет борьба постоянная. Мне намного хуже. Говорит, вот в доме у него в семье. Да, вроде бы и все и хорошо, да. Семья у меня есть, дом. Но что, что? Ну, говорит, меня это все не радует. А что тебя радует? Мужчина хочет уйти оттуда вообще. Ну, у мужчины прям тут какое-то осознание, что я уже не хочу этих любовных треугольников. Что как будто бы вот он сейчас, вот по башне, да, видимо, действительно, вот этот период долго длился, затяжной, когда вы не разговаривали, когда вы не общались, у него там и проблемы пошли. Вообще он понимает, что он несчастный. И вот как он сказал, что мне намного хуже, когда я с тобой не общаюсь, да, когда мы не разговариваем, когда мы не вместе. Что меня сейчас в жизни ничего не радует. Ни женщины другие. Да, вот хочет к вам приехать, рассказать о своих чувствах, что как ты меня заполонила, да? Ты меня вот просто околдовала, зачаровала, что ты моя, я готов за тебя бороться. Ну, слушайте, прям такие откровения. Прям такие откровения. Вот такой для вас был расклад, дорогие мои, что он хотел бы вам сказать, если бы мог. Вас благодарю за просмотр, за комментарии, за обращение.